В Омске, где в результате падения башенного крана погибли 4 человека, причиной трагедии, скорее всего, стало халатное отношение к своим обязанностям людей, отвечавших за безопасность работ. К таким выводам пришли эксперты. По предварительной версии, кран не был закреплен, из-за чего съехал с рельсов и упал на дорогу. В рамках расследования задержаны трое подозреваемых. Учредитель строительной компании, подрядчик, ее генеральный директор и начальник строительного участка. В офисах компании следователи провели выемку технической документации. Специалисты говорят, что нарушения при работе с подъемными механизмами нередки. Областная прокуратура начала масштабную проверку всех строек. Трагедия произошла во время возведения торгово-выставочного комплекса. Кран упал на проезжавший мимо кроссовер «Тойота» и «Газель» «Соболь». Водитель иномарки, его жена и 4-месячный сын погибли на месте. Второй ребенок получил травмы, он в больнице. Помощь медиков понадобилась также крановщику и водителю «Газели», но последнего врачи спасти не смогли.